смотрите новости на телеканале «Первый Карагандинский». В студии работаю я, Саят Балмакаев. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Представители 19 стран собрались в Караганде обсудить чемпионат по пожарно-спасательному спорту. Гостей приветствовал аким Карагандинской области Женис Хасымбек. В Караганде состоялся третий региональный форум имамов на тему «Духовные ценности как основа единства общества». Важный документ, принятый в столице, разъяснили религиозным лидерам области. Студентам Карагандинского государственного университета показали документальный фильм о возвращении казахстанцев из Сирии. Картину под названием «Запах полыни» представила автор, журналист Жулдыз Толеу. Представители 19 стран собрались в Караганде обсудить чемпионат по пожарно-спасательному спорту. В отеле «Космонавт» проходит международная конференция. Гостей приветствовал аким Карагандинской области Женис Хасымбек. Прошлым летом в российском городе Саратов прошли чемпионаты мира по пожарно-спасательному спорту. По его завершению флаг мирового первенства был передан казахстанской делегации. Уже в следующем году именно наша страна примет у себя спасателей-спортсменов из разных стран мира. Честь организовать чемпионат выпала Карагандинской области. Приветствуя гостей, аким области отметил, что Центральный Казахстан готов к проведению международных соревнований. Мы готовы принять на своей площадке соревнования разного уровня, в том числе международного. Мы неоднократно принимали международные чемпионаты различным видам, вот именно военным, пожарно-спасательным видам спорта. Мы принимали международные чемпионаты по снайперскому искусству, армейские сборы. И будем очень рады, с удовольствием примем в Караганде чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту. Участники конференции отметили, что проведение мероприятий подобного уровня служит укреплению дружественных связей и сотрудничества между пожарно-спасательными службами разных стран, совершенствованию профессионального и спортивного мастерства, а также дальнейшему развитию пожарно-спасательного спорта. Ну а в целом, если говорить пожарно-прикладной спорт, он в том числе не только как спорт, это те люди, которые непосредственно каждый день борются с чрезвычайными ситуациями, в том числе и ходят, спасают людей в огненной стихии, поэтому это повышение профессионализма, будем говорить, мужества. Ну и самое главное, если вы видели или мы вас приглашаем обязательно, что вы будете присутствовать на чемпионате следующего года в Караганде, вы посмотрите какой-то динамичный спорт, который просто завораживающе смотреть, когда... В ходе мероприятия были приняты два новых члена Международной спортивной федерации пожарных и спасателей. Ими стали делегации Китая и Кыргызстана. На конференции обсудили итоги прошедших чемпионатов мира, а также вопросы, связанные с предстоящими первенствами. Особое внимание уделено работе антидопингового комитета. Если говорить о уровне проведения всех чемпионатов и подготовки команд, то очень сильные команды, это исторически Российская Федерация, наши коллеги Белоруссии, очень хорошо себя позиционируют, это Болгария, Германия, ну и сейчас активно, вступив непосредственно в нашу ассоциацию пожарных спасателей, это работает Китай. В прошедших чемпионатах национальная сборная команда показала неплохие результаты. Мужская команда стала серебряным призером, женская заняла четвертое место. Предстоящие соревнования включают два мероприятия – 16-й чемпионат мира среди мужчин и 7-й чемпионат среди женщин. Состязания пройдут с 30 августа по 6 сентября 2020 года на стадионе «Шахтер». Андрей Теноман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Уже завтра, 21 ноября, состоится единый прием граждан как один из шагов продвижения концепции слышащего государства. Жители смогут лично задать свои вопросы аким области и руководителям областных управлений. Единый прием граждан пройдет 21 ноября по адресу город Караганда, улица Алиханова, 4. В Караганде состоялся третий региональный форум имамов на тему «Духовные ценности как основа единства общества». Важен документ «Жеті рухани қазық», принятый в столице, разъяснили религиозным лидерам имамов области и духовенства. Мероприятие прошло в рамках программы «Рухани жаңғыру».
Мероприятие стартовало с показа фильма о деятельности муфтия. На прошедшем в Нур-Султане республиканском форуме имамов представили три важных документа. Реестр религиозных обрядов, выполняемых духовными служителями, должностные обязанности духовных служителей и реестр религиозных должностей. Именно их и обсудили карагандинские священнослужители. Подобные документы принимаются в нашей стране впервые. Это продиктовано необходимостью в едином понимании и трактовании религиозных понятий, процедур и обязанностей. После республиканского форума в регионах страны проводятся областные форумы. Их главная цель – рассказать имамам о принятых документах, чтобы в дальнейшем они проводили встречи с прихожанами и объясняли уже им. Если мы и особенно молодежь будем знать свои основные духовные опоры, то будущее нашей страны станет светлым. Широко обсудили на региональном форуме основные духовные ценности и ориентиры, определяющие собственный путь развития ислама в Казахстане. Нравственность, образованность, единство, трудолюбие, культурность и справедливость. Заместитель акима области Абзал Нукенов заявил, что принятые документы должны уважаться и почитаться каждым мусульманином. В современном мире новых технологий, где интернет играет огромную роль и распространяется много негативной информации, очень важна роль имамов. И они проводят большую работу. Но все же есть множество проблем и задач, особенно в регионах. Я уверен, что обсуждения, мнения, идеи, решения, принятые на этом форуме, вызовут большой интерес. Наше государство всегда будет поддерживать высокие ценности ислама. Теперь эксперты в области религии посетят города и поселки региона, поделятся своим опытом и объяснят жителям установленные правила. Всего мероприятия хватило около 300 священнослужителей и было организовано в рамках программы «Рухани Жангру». Полина Малюкова, Жасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Литературные произведения Ахыта Улимжулы опубликуют переписанные латинской графикой. Сегодня при поддержке ряда организаций был представлен сборник произведений народного просветителя. Ахыт Улимжулы – ученый, историк, поэт, просветитель, писатель, общественный деятель начала 20 века. Его произведения более 100 лет ценятся среди казахов Циндяня, Монголии и Турции. Он свободно владел 9 языками, прославился как очень образованный человек. Почетный писатель Булат Бабапай-Улы отметил, что деятель посвятил себя духовности нации. В 1891 году его труды вышли на чагатайском языке. К тому времени, как его забрали в тюрьму, успел написать около 800 книг. Это целая библиотека. Цифровых технологий не было, поэтому их перевозили на лошадях и верблюдах. Работы Ахыта Улимжулы не изучались в советский период в Казахстане. Долгое время он был неизвестен жителям. Только после обретения независимости государства стали появляться данные о писателе. В ходе круглого стола было внесено предложение включить произведения деятеля в школьную программу. Наша главная цель – внести его произведения в учебники. Раньше никто не знал о Ахыта Улимжулы. Теперь хотим познакомить молодежь с его трудами и личностью. Это будет хорошим воспитанием. Встреча прошла под эгидой Карагандинской областной всемирной ассоциации казахов при поддержке мечети Ак-Тыджи и регионального общественного согласия. В мероприятии приняли участие областные и городские власти, ученые, преподаватели и студенты вузов. Полина Малюкова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. На абсурдные задания пожаловались граждане, которые сдавали экзамены на знание правил дорожного движения. В обновленной базе вопросов автошколы оказались тестовые задания, которые не содержат правильных ответов. Подробности в репортаже. С 4 ноября базу вопросов в автоционах обновили, но курсанты стали заваливать тесты, поскольку задания, которые им попались, противоречили правилам дорожного движения. В профессиональном объединении за безопасность дорожного движения отмечают, что в базе присутствуют ссылки не только на устаревшие советские правила, но и на российские, которые не применяются на территории Казахстана. У нас, например, в Казахстане, согласно правилам перевозки детей, запрещается перевозить детей в кузове грузовика, например, только в автобусах, имеющих две двери и все такое прочее. Но, соответственно, задается вопрос, какова должна быть высота бортов при перевозке детей в кузове грузовика. И курсанты должны дать ответ. Естественно, они нашли этот пунктик в наших правилах казахстанских, но
То есть сами издатели новой программы, они не состыковали текст ПДД по перевозке тех же самых людей и, соответственно, с тем, что происходит на самом деле. Из 80 вопросов Сергей Миронов обнаружил 8 некорректных. О наличии абсурдных заданий в базе тестов для будущих водителей представители объединения оповестили руководство административной полиции МВД и уполномоченные органы, составлявшие экзаменационные вопросы. Должностные лица признали ошибки. В ближайшее время некорректные вопросы будут исключены из базы. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Студентам Карагандинского государственного университета показали документальный фильм о возвращении казахстанцев из Сирии. Картину под названием «Запах полыни» представила автор-журналист Жулдыз Тулеу. В этом фильме семьи людей, которые последовали за утопическими идеями террористических группировок. Свои истории рассказывают женщины. Их убедили в том, что только радикальные идеи являются истинными, а война в Сирии – священная. В начале мая была проведена очередная фаза спецоперации «Жусан». В ходе масштабной гуманитарной акции было возвращено более 200 граждан Казахстана, в том числе 156 детей. После просмотра фильма студенты поделились своими впечатлениями. Это очень хорошо, что вот студенты побывали, посмотрели этот фильм, потому что это воспитывает, это дает какой-то фундамент нынешней молодежи для трезвого мышления и оценивая ситуацию. Фильм презентовала автор, алматинский журналист Жулдыз Тулеу. В нем рассказывается о судьбах наших земляков, жителей Жасказгана и Сатпаева. Авторский проект получил грант от международной организации «Медианет». По словам Жулдыз, данный фильм – это в первую очередь посыл для тех, кто сегодня увлечен радикальными идеями. Эти молодые люди теперь признают, что были обмануты. Их действия ошибочны, они сожалеют. Как реагировать обществу, мы должны сделать вывод из их ошибок и проявить заботу. Если мы отвернемся от них, они могут стать еще более радикальными. Вот это мы и хотим показать этим фильмом. После трех этапов спецоперации «Жусан» на родину из Сирии вернулись 524 казахстанца. 357 из освобожденных – несовершеннолетние дети. С ними вернулись 137 женщин и 30 мужчин. Все они получили второй шанс на лучшую жизнь в мирной стране. Сегодня со всеми эвакуированными работают теологи и психологи. Идет процесс восстановления документов. Кроме того, их проверяют на причастность к террористической деятельности. Андрей Тен, Манкужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Караганде в рамках республиканского форума «Улудала Мурагерлеры. Наследники Великой Степи» во всех учебных заведениях прошли мероприятия. В средней школе номер 36 провели мастер-классы, открытые уроки и выставку научных проектов и робототехники. В целях распространения из опыта Назарбаев интеллектуальных школ ученики продемонстрировали подделки и изделия на ярмарке «Город мастеров», а также показали свои навыки в робототехнике. Учащиеся 11 классов прочитали слова назидания Абая Кунанбаева, продемонстрировали постановку из произведений Шакарыма Кудайбергенулы. Кроме того, старшеклассники представили вниманию гостей свои социальные проекты, среди которых один день на рабочем месте родителей, их 10 дней в селе, поклонение истории. В мероприятиях приняли участие ветераны 36-й школы, учителя Назарбаев интеллектуальной школы. Состоялся обмен мнениями. В рамках внутришкольного форума также прошли мастер-классы, открытые уроки, демонстрация методических пособий по обновленному содержанию образования. Полина Малюкова, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В этом году областная школа высшего спортивного мастерства отметила свое 50-летие. К концу года ее воспитанники в очередной раз проявили упорство. Сразу три карагандинских спортсмена завоевали бронзовые медали. Мировое первенство среди мужчин и женщин проходило в городе Чхонджу, Южная Корея. Ажар Салыкова выступила в весовой категории 64 килограмма. Спортсменка занимается дзюдо и казак-курисе, а вот в соревнованиях по самбо попробовала себя впервые. Ажар успешно провела три схватки. В первом бою победила нидерландку, затем уступила спортсменке из России 2-0. Третий бой с представительницей Украины прошел успешно.
Борьба очень тяжело мне далась, потому что спортсменки были очень титулованные, очень опытные. Мне чуть-чуть не хватило опыта по самбо. Это мои вообще первые соревнования были международные по самбо. И тем не менее я результатом довольна, что стала третьей. На этом же первенстве выступил карагандинский борец Рахат Джананиет в весовой категории 62 килограмма. Призеры выполнили норматив мастера спорта международного класса Республики Казахстан. Чемпионат среди молодежи прошел в Ташкенте. Здесь в категории 57 килограмм отличился Адилет Елемесов. Как отмечают в школе высшего спортивного мастерства, самбо в нашем регионе набирает популярность. Всегда единоборство считалось нашим национальным видом спорта. Возьмите хоть дзюдо, хоть самбо, хоть казах крыса. Наши предки боролись казах крыса. Поэтому мы все должны поддерживать, развивать эти данные виды спорта. Теперь самбисты продолжают активно тренироваться. В конце ноября их ждет Кубок президента в Нур-Султане. Полина Малюкова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. На этом все. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Телеканал Первый Карагандинский. Будьте с нами, узнаете все новости первыми. До свидания.